каналі Сансаніч ТВ. Сьогодні ми відкривали коробку плейдо, там де можна робити конфети, пирог і кусок торта. От на коробці нарисовано цілий такий пирог. Большой, какие-то конфетки такие разные, и тортик можно сделать. Такая маленькая тарелочка. Банки. Целых 4 банки. Банки с плейдо. Лопатка для тортика. Шприц. Так, со звездой. Так, так. А, это крем выдавливать. Тарелочка для пирога. Тут даже есть вилка такая. Такая малюсенькая, а на коробке она огромная и фиолетовая. И даже формочки для конфет. Вот формочки для котлет? Нет, для конфет. Пирамидка. Потом есть красный цвет, есть белый цвет, есть коричневый цвет, есть синий цвет. Ага. Так, ну что, поехали делать конфеты и пирог, и тортик. А давай-ка сделаем сначала кусочек тортика, давай. Давай. Значит, я беру красный и буду катать шары. Так, раскатываем. И теперь режем. Раз, раз. Забираем лишнее, меряем, как раз и есть. Это у нас получился нижний слой тортика. Сейчас будем раскручивать. А я делаю верхушечку тортика, да, Саша? Сейчас лето. И многие пекут такие ягодные торты. Ну еще да, в лето уже ягоды уже есть. Да, летом есть ягоды. А, еще один слой шариков. Нам еще надо лепить шарики. Давай сверху. Вверху. Да. Класс, молодец. И теперь мы вот тут чуть-чуть его украсим. Такой линией. Да, такой линией. А у нас же еще крем нужно. Да. Крем. У нас есть такой специальный шприц. И Саша сейчас будет кремом украшать с этого шприца тортик. Давай. Получается, Саша? Не очень пока что. О, почти. Красота. Ну вот, получился тортик с кремом. Вот так. Так, ну что, дальше печешь ты пирог, да? Да. У нас есть такая вот мисочка специальная для пирога. Саша сейчас будет выкладывать вот сюда клубнички, а я сделаю такие полосочки. И мы потом будем сверху на тортик. Так, еще здесь надо выровнять. Я вот так вот ракетками, типа ракета летит в бок, выкладываю. Мы разложили клубнички по тарелке. И сейчас осталось только одно. Раскласть тесто наверху. Берем и раскладываем тесто, да? Вот так. Вот так. Еще одно. Еще одно тесто линия. Да. Вот все. Такой пирожок получился, да, с клубничками. Вот мы сделали пирог. Сейчас будем в эту ноту. Ну вот, тоже почти получилось. А я делаю такие ягодки. Это какая-то
голубика, вот клубника синяя, арбуз синий, вот клубника красная, вот клубника, и вот еще набор такой, вот такое яблочко у нас коричневое, шоколадное. Вот пирог наш, здесь куча клубники. И вот такой крем Саша украсил вот таким вот кремом. Также у нас есть кусочек пирога с такими ягодками, как бусинки. И Саша тоже его украсил таким кремом вкусным, сладким-сладким. И есть корзина вот с таких ягод, ягодных конфет. Ставь лайк и подписывайся на канал Сансланыч ТВ. Пока-пока! Пока!